Всем привет! Продолжаю обзор своих запечаток. Сегодня прекрасный денек, солнечный. Наконец-то на Кубани вышло солнце, середина апреля. Я вышел на улицу, поэтому птички поют, работяги работают. Кто-то где-то квакает. Открою свой выпуск с Сонькой High Fidelity Low Noise. Это была запечатка, но она запечатывается в простую прозрачную пленку, которая лопнула. Она лопнула в моих руках. Поэтому я даю вам 100% гарантию, что это была запечатка. Но при этом у нас есть возможность посмотреть, как это выглядит вживую. Год это 74-й, но я не уверен, потому что на сайте Aquabass этот год идет, они есть там, вот с таким вкладышем, но сама кассета там непрозрачная, корпус непрозрачный, а у меня, как вы видите, белый. Но может быть это не важно, и год действительно 74-й, но утверждать стопроцентно не могу. Поэтому пока остановимся на том, что это Sony C60 плюс 2 минуты High Fidelity 74 год. Sony CHF60, рыжая Sony. Это 80-й год. Почему 80-й? Потому что эти вот стоперы, кстати, я знал, что это называется стоперы, они без окружности. В 78 году корпуса вот таких кассет стопер, они еще плюс в окружности, то есть крестик и в ней еще окружность. Тогда это была бы 78 года кассета. Здесь окружности нету, поэтому год 80-й. Франция. Sony CHF 60 минут, 80-й год. Sony CHF 90 минут, но уже 82-й год. 82-й, потому что появился логотип Sony. На предыдущей кассете такого логотипа нет. Это сделано в Японии, а та сделана была, я сказал, во Франции. Сохран неплохой, в принципе. Все ровненько, чистенько. Sony CHF 90, 82 год. Sony HF 60 минут, 84 год. Даже не знаю, что сказать. Sony. Sony HF 84 год. Sony EF 60. Мои самые любимые Sony. 85 год. Это те Sony, которые действительно я лично покупал. Но не эти кассеты, а в целом этот модельный ряд попадался мне в продаже. Я брал их целыми блоками. Вот, допустим, рыжие Соньки я никогда не видел в продаже в моем городе. А эти были довольно-таки часто. Как и сказал, это 85-й год, потому что, вот видите, надпись Japan, ну и сторона А, написана черным. Значит, это 85-й год. Самые первые Sony серии EF. У меня их две. 60 минут и 90 минут. Состояние практически идеальное. Но я не являюсь коллекционером запечаток, поэтому к состоянию особо я никогда не придираюсь. Храню их аккуратненько.
Но в последнее время я решил, что пора завязывать с запечатками. И больше их, в принципе, не покупаю. Sony EF90, 85-й год. Sony EF90, 86-й год. Это уже Improved, кассеты Improved пошли. Написано здесь, и сам шрифт стал белым. То есть на предыдущем годе черным, здесь 86-й год белый. И на самой кассете, по-моему, Improved не написано. На вкладке, на наклейке. У меня их тоже две штуки. Это, как видите, слегка потрепано временем. Ну, значит, я когда-то их покупал за недорого. Прекрасные, очень красивые Sony. До сих пор отлично пишутся, калибруются и выглядят вполне достойно. Sony EF90 Improved. Sony Super EF90. Извиняюсь, что она распечатана, но у меня в запечатанных только блок. А мне его распечатывать совсем неохота. Когда-нибудь я продам его дороже, чем купил. И разбогатею. Ну, это вот такие вот Sony с желтой полоской. 88-й год. Как они выглядят в запечатанном виде? Ну, у меня не сохранилось кассеты с упаковкой. Но я думаю, что многие видели, многие знают, ни для кого не секрет. Поэтому оставим как есть. Sony Super EF, 88-й год. Sony Super EF, но это уже 90-й год. Они вернулись практически к классическому виду кассет 85-86 года. Но добавили Made in Japan, стали писать. Раньше было написано просто Japan. Сама наклеечка стала потемнее. Ну, естественно, изменилась упаковка. У меня их тоже, ну не тоже, у меня их три штуки. Одну я такую недавно вскрывал под запись, без каких-либо нареканий. Все отлично записалось. Токио, Япония, сделано в Японии. Вот солнышко аж припекает в какой-то веке. Sony Super EF, 90-й год, 90 минут. Sony HFS 46 минут, 85-й год. Ну, скорее всего, это японский рынок, судя по обилию иероглифов. Не помню, чтобы они в Союзе продавались когда-либо. Да я их вообще такие HFS увидел только вот ближайшие последние 10-15 лет. И то на вторичке. А тем не менее, вот перед вами 85-й год. Sony HFS 46. Sony HFS 54 минуты. 86-й год. Fine Gamma. Тоже однозначно японский рынок, внутренний. Хотя вполне возможно, они куда-нибудь на экспорт и шли. Ну, естественно, кроме Союза. Sony HFS 54 минуты, 86-й год. Sony HF 88-й год. Тоже, честно говоря, не помню, были ли они в продаже.
Ну, лично мне не попадались никогда. Но страна у нас большая, за всеми не уследишь. У меня их две штуки, 60 минут и 90 минут. Периодически знакомые мои говорят, что эти кассеты часто бывают плохого качества в плане ленты. Не пишутся, не калибруются. Все, что с этим связано, происходит. Ну, лично я подтвердить этого не могу. Мне не попадалось таких кассет от Sony. Мне вообще не попадалось кассет от Sony, которые бы не писались. Ну, если, конечно, это не конкретно там зажеванный или потрепанный брак. Ну, в частности, вот эти HF-ы без нареканий, все пишется, все отлично. Вот недавно купил я бэушные такие же кассеты. Все они без проблем. Ну, видите, у меня их тоже две штуки. 90 минут и 60 минут. Вполне симпатичные стекляшки, минималистический дизайн, но очень даже неплохо. Sony HF, какой там, 88 год. Еще один представитель 88 года, HFS, 90 минут, опять же Sony. Упаковочка уже ведь маленько отслаивается. Но будет повод, значит, скрыть ее когда-нибудь. Ну, в смысле, в ближайшее время. Сделано во Франции. Вот так вот торец. Вот так вот анфас. Супер Фелик. Sony HFS 90 минут, 88 год. Sony HF 90 минут, 92 год. Вот такие Соньки мне попадались однозначно. Я их покупал не раз. Так что для меня лично кассета это не редкая. Но этих HF-ов каких только моделей не бывает. Я вот тоже недавно купил, мне попались две. Ну, весьма, довольно-таки, наверное, старые, то есть тоже так, 90-х, начало 90-х годов кассеты, но я их никогда не видел. Потом попадутся в других обзорах, я на этом постараюсь акцентироваться. Ну, запечатка у меня вот такая, 92-й год, итальянка. Наверное, вообще HF-ы, наверное, самые распространенные кассеты, в смысле, что очень много всяких их видов, дизайнов. Я на сайте даже практически не вижу тех кассет, которые есть у меня, именно серии HF. Ну, такая там есть, и она идет в 92-м году. Sony HF 90. 90 минут в смысле. И завершаю сегодняшний обзор такой сонькой. Sony HF 60 минут, 94 год. Вот это что-то знакомое. По-моему, у меня вот такая как раз недавно и попалась в распечатке. Ну, надо скрывать, смотреть. Вскрытие покажет. За последний год, в 2020 году, я скрыл 4 или 5 кассет. Что-то под запись, что-то просто ради интереса, и пока их не записал. Так что кассеты я вскрываю. А вот такая вот Sony HF 60 минут, 94 год. На этом на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Самое главное, не болейте.